Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на моем канале «Обычный индивид». Я рассказываю о своей жизни. И сейчас я нахожусь в Абхазии, в лагере сыроедов. Вот, я нахожусь на живом питании. И, черт возьми, как я полюбил авокадо! Эти зелененькие штучки я уже ем за сегодня. Вот я специально не выкидываю с сегодняшней косточки. Четвертую ем, да, получается? Где-то на пол упала косточка. Черт возьми! Вот она. Опа. Вот. Так вот, хотел поднять вопрос. Женя из Краснодара, фруктоед, как-то в одном своем видео поднял вопрос, куда девать очистки в городе. И его вариантом было, он девает их в морозилку. В принципе, ну, практичная идея. Мне нравится, почему бы нет, да, пакет положил, да, и потом, когда пошел на мусорку, там собрал эти все пакеты, выкинул, да, ну, чтобы она не разлагалась, не воняла, тем более в городе, да. Да, конечно, я нахожусь, в принципе, в Абхазии, и мне дойти до навозной грядки, вон она, не так далеко, но когда идет такой дождь, ну, как-то даже на балкон, если честно, выходить-то не хочется особо. Вот. Поэтому, что я придумал? Я придумал вот такую банку, закрывающуюся. И когда я доедаю, просто, ну, открываю, закидываю. Вот там даже никакие мухи не бегают. Вот, поэтому, не знаю, она уже дня, ну, два стоит у меня. Потому что, ну, я... голодал последние дни там, ну и вот как стоит, так стоит. Поэтому, ну, у меня такая идея.